Okay, everybody. Very welcome to the press conference of Koenigsegg Automotive. Koenigsegg представил совершенно новый мегакар. Koenigsegg ESCO на международном автосалоне в Женеве в 2019 году. ESCO наследует мантию, оставленную Agera RS, как ведущую дорожно-ориентированную легальную машину для тех, кто ищет максимальную производительность автомобиля. Модернизированный 5-литровый V8 с двумя турбинами, мощностью в 1280 лошадиных сил на стандартном бензине и 1600 лошадиных сил на битопливе E85. Революционно новая 9-ступенчатая коробка передач Koenigsegg Lightspeed. Усовершенствованная аэродинамика, обеспечивающая более 1000 кг прижимной силы, активное рулевое управление задними колесами, перепроектированное карбоновое шасси с большим пространством для ног и лучшим обзором. ESCO фон Кёнигсберг был одним из ключевых представителей Koenigsegg Automotive в годы становления. Его значительная деловая хватка помогла компании справиться со многими сложными задачами. А сейчас он находится на пенсии, и ему за 80 лет. ESCO фон Кёнигсегг и его жена Бритта присутствовали на автосалоне в Женеве в 2019 году, чтобы увидеть его одноименный автомобиль, представленный миру. Первые усилия Koenigsegg по разработке двигателей были настолько успешными, что компания была награждена мировым рекордом Гиннесса. Koenigsegg CC8S заменил McLaren F1 как автомобиль с самым мощным серийным двигателем в мире. Следующий двигатель Koenigsegg достиг аналогичного результата, когда CCR снова взяла рекорд максимальной скорости мирового серийного автомобиля, снова у McLaren F1. Эта рекордная традиция продолжается. ESCO – совершенно новый мегакар от Koenigsegg, оснащенным новым двигателем в 1280 лошадиных сил, или же 1600 лошадиных сил на топливе E85. Двигатель V8 с двойным турбонагнетателем, который существенно выигрывает в изменениях от двигателя Agera, которого он заменил. В основе нового двигателя лежит самый легкий в мире коленчатый вал V8, при весе всего в 12,5 кг. Новый плоский коленчатый вал Koenigsegg на 180 градусов позволяет ESCO вырабатывать больше мощности с большей эффективностью при достижении более высокого предела оборотов 8500. Конструкция с плоской плоскостью позволяет равномерно стрелять по всем рядам двигателей и еще более интуитивно звучать. Koenigsegg противодействует тенденции, которую имеют плоские двигатели с большой вибрацией, разрабатывая новые сверхлегкие шатуны и поршни. Шатуны были разработаны архитектором двигателей Koenigsegg, доктором Томасом Йохансоном. Шатуны изготовлены из высококачественной шведской стали. При весе всего в 540 грамм, включая болты, они такие же легкие, как и шатуны предыдущего поколения из титана, но еще прочнее. Изогнутая поверхность поршня формирует камеру сгорания таким образом, чтобы снизить пиковое давление при сохранении высокого среднего давления. Керамическое покрытие на поверхности поршня предотвращает появление горячих точек и детонации при работе двигателя на максимальной мощности. Поршень весит всего 290 грамм. Минимальный вес важен, потому что двигатель Koenigsegg имеет очень длинный ход поршня, и при 8500 оборотов эффективность движения становится критической. Koenigsegg ESCO имеет совершенно новую 9-ступенчатую трансмиссию с несколькими сцеплениями. Это вторая трансмиссия, которая полностью разработана и изготовлена в Koenigsegg после системы Direct Drive, разработанная для Agera. Светоскоростная трансмиссия Koenigsegg LST представляет собой масштаб эволюции, невиданный с момента развития современной технологии двойного сцепления. LST состоит из 9 передних передач и нескольких мокрых многодисковых сцеплений в компактном ультралегком корпусе. LST способен переключать передачи вверх и вниз между передачами на скоростях, близкими к скорости света, благодаря одновременному открытию и закрытию сцепления, что обеспечивает абсолютное плавное ускорение или замедление. Впечатляет то, что переключения между передачами LST могут происходить практически за нулевое время между соседними передачами. Однако, что делает LST от впечатляющего к эволюционному? Так это то, что эти преимущества времени переключения применяются при переключении между любыми передними передачами. Ключ к этой функциональности находится как в уникальном дизайне трансмиссии, так и в интеллектуальной технологии UPO. Koenigsegg Ultimate Power on Demand
УПОД – это мозг, который мгновенно выбирает оптимальную передачу и задействует ее для максимального ускорения. В то время как современные трансмиссии с двойным сцеплением DSC имеют время переключения в миллисекунды, их можно предварительно выбрать только для быстрого переключения в одном направлении. DST предназначена для прогнозируемой и предварительного выбора следующей передачи на основе данных от водителя. Если это предсказание неверно, например, водитель хочет переключиться с пятой передачи на четвертую, а не на предполагаемую в предварительно выбранную шестую передачу, водитель будет испытывать потери на реакцию и медленное переключение передач. Кроме того, другие роботизированные коробки передач работают только с одинарной передачей, седьмой передачей на шестую, на пятую, четвертую. Если водитель находится на седьмой передаче, хочет включить четвертую для максимальной мощности, DSC не может предварительно выбрать четвертую передачу напрямую. Водитель должен пройти шестую и пятую передачу, тратя время и силы. Тюнинсек преодолевает это благодаря своей уникальной конструкции с несколькими сцеплениями и технологией UPOD, которая выбирает оптимальную передачу для максимальной мощности при малой скорости переключения передач, вне зависимости от того, находится ли эта передача на первой, второй или даже пятой передаче. УПОД использует скорость транспортного средства и частоту вращения двигателя, чтобы определить правильную передачу для максимальной мощности, и дает указание LST включить эту передачу, вне зависимости от ее отношения к текущей передаче. Если вы находитесь на седьмой передаче, а четвертая оптимальная передача для максимального ускорения, УПОД может обойти понижённые передачи до шестой и пятой передачи и поставить автомобиль непосредственно с седьмой на четвертую на малой скорости. Эффект мгновенная мощность, которая всегда оптимизирована и всегда доступна, позволяя максимальное ускорение для обгонов, угловых выходов и так далее. Тюнинсек имеет долгую историю разработки инновационных внутренних решений, направленных на оптимизацию характеристик автомобиля. Почти достаточно никогда недостаточно хорошо. Эта бескомпромиссная философия вдохновляет на разработку карбоновых колес AirCore, прямого привода Тюнинсек, геометрию подвески Triplex, каталитического нейтрализатора Rocket, технологии AutoSkin и многого другого. LST является последним в длинной линейке инноваций Тюнинсек. Тюнинсек Йоска был спроектирован как идеальный дружественный гоночный автомобиль для треков. Таким образом, мы переработали то, что уже было лучшим в своем классе шасси, оснастив его множеством новых технологий, чтобы упростить движение по городу и значительно увеличить движение по трассе. В основе каждого Тюнинсек монокок из углеродного волокна. Йоска использует совершенно новый монокок, разработанный с учетом опыта прошлых автомобилей, но с учетом требований наших будущих клиентов. Ванна монокока на 40 мм длиннее и на 22 мм выше, что позволяет увеличить пространство для ног, пространство для головы, более просторное ощущение кабины и более четкий обзор сквозь сферическое ветровое стекло. Ванна монокока сохраняет свою лучшую в отрасли жесткость прикручения 65 тысяч ньютонов на градус. Шасси Тюнинсек уже давно зарекомендовало себя как отличная база для настраиваемого шасси. Он также чрезвычайно силен и безопасен, поскольку Агера РС и Регера в последние годы проходили краш-тесты для омологации как в Евросоюзе, так и в США. Монокок представляет собой сэндвич-конструкцию из углеродного волокна и алюминия со встроенным топливным баком, опрокидывающимися стержнями и арматурой с использованием Dyneema, самого прочного волокна в мире, применяемый впервые в отрасли. Он собирается на заводе в Энгельхольме, Швеция. Triplex Trend. Тюнинсек разработал систему подвески Triplex для Агера в 2010 году. Третий горизонтальный амортизатор, добавленный сзади, позволил автомобилю использовать естественную физику для борьбы с приседаниями. Склонность задней части автомобиля снижаться при резком ускорении. Йоска оснащен вторым блоком Triplex передней подвески, расширяющий эту способность до передней части автомобиля. В Йоска есть более 1000 кг прижимной силы. Передний блок Triplex помогает удерживать переднюю часть автомобиля на уровне, поддерживая оптимальную высоту езды при высокой аэродинамической нагрузке без ущерба для сцепления и управляемости на низких скоростях. Тюнинсек оснастил Йоска адаптивной задней системой рулевого управления, которая повышает отзывчивость и повышает чувствительность как на высоких, так и на низких скоростях, используя такие параметры, как скорость, положение дроссельной заслонки и тормоза, углы поворота и скольжения и другие параметры. Система рулевого управления может поворачивать задние колеса на 3 градуса в любом направлении для улучшения поворота и повышение устойчивости. На низких скоростях система подруливает задними колесами. На высоких скоростях задние колеса поворачиваются вместе с передними, что фактически увеличивает колесную базу. Это улучшает проходимость на трассе и обеспечивает повышенную устойчивость на дороге. Результат – более быстрые повороты, улучшенная маневренность, улучшенное чувство
чувство руля, улучшенное сцепление и повышение уверенности. Абсолютно новый Кёнигсегг Йоска является преемником линейки Агера в портфеле Кёнигсегг и унаследовал не только место в линейке, но и богатое дизайнерское наследие. Яхим Нордвал, директор по дизайну. Несмотря на то, что Агера оказалась дорожным монстром, в ее дизайне был уровень простоты и скромности, что отражает характер Кёнигсегг. Форма мгновенно узнаваема, и есть ряд дизайнерских подсказок, которые относятся к уходящей Агере. Падение между задними фонарями, например, присутствует, но сделано более современным способом. Сверкающее ветровое стекло также есть, но теперь имеет более высокую стойку, благодаря более высокой линии крыши. Фарам был дан более динамичный подход, они стали ближе к форме Регеры, но сохранили свою индивидуальность. Намеки на Регеру на этом не заканчиваются. Йоска имеет аналогичную конструкцию сзади, с открытой конструкцией для увеличенного воздушного потока выхлопа, напоминающее выходное отверстие для отвода тепла от инвектора на Регера. Воздуховоды на переднем колесе также похожи. Йоска выглядит меньше, чем Агера и Регера, благодаря тому, что имеет большую форму вокруг колес. На самом деле, он на 30 мм выше и на 40 мм длиннее, чем Агера, что обеспечивает ему лучший вход и выход, более просторный салон и лучшую обзорность. Это также выглядит более проворным. Был применен подход «термоусадочная пленка» для снятия шкур с этого автомобиля. Используются четкие углы и линии, чтобы устранить пустые места и сделать дизайн максимально эффективным. Это также классический Кёнигсегг. Кёнигсегг Йоска отличается аэродинамикой, разработанной с единственной целью – безупречная ходовая работа. Также Йоска – совершенно новый автомобиль. Кёнигсегг вернулся к чертежной доске и разработал совершенно новое заднее крыло, новый передний сплиттер и новый задний диффузор. Они формируют ядро активной аэродинамики и пакет воздушного потока, который увеличивает прижимную силу, сокращая сопротивление. Фирменное, похожее на самолетный обтекатель, ветровое стекло остается неизменным, хотя и улучшено для улучшения видимости. Обтекание ветрового стекла Кёнигсегг всегда играло решающую роль в аэродинамических характеристиках автомобиля Кёнигсегг, поскольку никакое другое решение для лобового стекла не может предложить такую же эффективность сопротивлению и стабильность на высоких скоростях. Также это снижает подъем верхней части кузова и обеспечивает качественный воздушный поток к заднему крылу. Йоска, по всей видимости, разработан для того, чтобы стать самым мощным автомобилем, ориентированным на трек, когда-либо созданный для дорог. Он спроектирован для невероятной скорости, как по прямой, так и боковой, с полным контролем водителя. Это не значит, что нужно быть неудобным. Йоска оснащен полным набором всевозможных удобств и уровнем удобства, более подходящим для великого туриста, чем для вашего обычного трекового оружия. Простое нажатие кнопки на элегантном пульте дистанционного управления приводит в действие новаторскую систему открывания кузова, впервые показанного на Регера. Миниатюрная гидравлика, которая изначально была разработана для работы с аэродинамическими системами, теперь задействуется, чтобы открыть двери и капоты автомобиля, обеспечивая поистине бесконтактный вход. Фирменные дверные шарниры, двухстворчатый синхро-спирали Кёнигсегга также были переработаны. Теперь они открываются немного наружу и вверх по сравнению с оригиналом. Это обеспечивает еще больше места для входа и выхода, а также снижает опасность соскабливания высоких бордюров. Система AutoSkin включает датчики для защиты обеих автоматических дверей от открывания при обнаружении препятствий. Интерьер обтянут роскошными материалами, кожей, алькантарой, карбоном, алюминием. Сиденья Йоска с электроприводом могут быть отделаны кожей по выбору клиента из алькантары с почти бесконечным разнообразием вариантов цветов и контраста. Спортивные ковшеобразные сиденья построены вокруг карбонового каркаса, в результате чего сиденье чрезвычайно легкое и удобное. Управление положением сиденья и обогревом доступны через сенсорный экран Smart Center. Водители могут найти идеальное положение, сопоставив положение сиденья с полностью регулируемой рулевой колонкой и педальным блоком. Кёнигсегг разработал новый элемент управления девайсами с использованием технологии сенсорного экрана, встроенный в новый Smart Center и Smart Wheels. Smart Wheels видит два небольших сенсорных экрана, встроенных в рулевое колесо Йоска, что делает набор функций доступным одним касанием или проведением пальцем. Стандартные конфигурации экрана включают такие функции, как управление аудиосистемой, управление телефоном, управление высотой дорожного просвета и круиз-контроль. Однако экраны чувствительны к контексту, и другие параметры могут отображаться или настраиваться в системе. Экран Smart Wheels имеет тактильную и обратную связь, что упрощает использование без необходимости постоянного визуального
визуального контроля. ЕСКО оснащен новым приборным экраном Smart Cluster. Экран устанавливается непосредственно за рулевым колесом и поворачивается при повороте руля. Новый 5-дюймовый Smart Cluster чрезвычайно компактный. Его размеры всего 108 на 65 мм. И он содержит всю информацию, необходимую драйверу, в аккуратной, логичной компоновке. Einfach nicht getraut. Ich hasse das.